Peggy 18. Раньше я думал, что знаю, каким будет завтра. Но потом мир раскололся надвое. И все переменилось. Включая меня. Агент Дженсен, у меня будут неприятности из-за тебя? Нет, сэр, никаких причин этого опасаться. Они сделали меня таким. Превратили в оружие. А теперь хотят всех, кто похож на меня, загнать в клетку. Чтобы вытащить элиту из тени на свет, сил простого человека недостаточно. Ты же не собираешься тут слететь с катушек, железячина? Если слечу, Макриди, ты даже испугаться не успеешь. Нужно стать оружием, чтобы поверить в то, что светлое будущее возможно. Если мне повезет до него дожить. This is for the players.